С вами Егор, и сегодня я вам расскажу про текстуры. Да, текстуры в ZBrush — это вещь полезная, поскольку много вещей можно делать из текстур. Текстуры находятся во вкладочке «Текстуры». Первая текстура будет текстура 0.1. Вам надо зайти или в Simple Brush, который рассказывал в прошлом видео. Как видите, она создает картинку, которая отображается, ну, текстуру. Много текстур здесь, их 44. Можно скачать из интернета. Первая — это текстура, ну, какого-то коридора. Можно сделать для дома текстуру и для остальных построек. Дальше идет текстура или семечек, или каких-то яиц. Ну, это тоже можно сделать для какого-то гнезда или для чего-то другого. Следующая будет текстура у нас, это текстура 0.3, это будет в клеточку, это можно сделать для домов, ну, чтобы ее обукрасить, или для одежды. Дальше идет текстура 0.4, это небо. Можно увеличить draw size, и она будет больше. Да. Следующая текстура 0.5. Это как вот такие вот мозаика идет. Ее можно сделать для, например, тоже, чтобы обукрасить или дом, или одежду. Дальше идет текстура 6. Это тоже такая мозаика. И тоже можно использовать так, как и прошлое. Следующее — это как бы шипы. Это тоже можно делать, чтобы обукрасить что-либо. И остальное. Все. Так. Дальше идет радуга. Да. Радуги здесь очень много, потому что это красочная и она выглядит очень красиво. Это такая как будто 3D-шная. Можете видеть, что она вот так вот как бы нету здесь. Она не прикасается к друг другу, и это как будто 3D-шная, ты просто рисуешь. Да, ее тоже можно использовать, чтобы там делать какие-то рисунки и обукрашивать все. Дальше идет тоже мозаика, как прошлые две. Только она уже не похожа на мозаику, а больше такие вот белые камушки. Тоже можно использовать как разрисовку. Дальше текстура похожа на глаз. Белая обводка, и потом идут цвета разные. Ну, как тоже можно использовать как и знаки, как для домов тоже можно обукрашивать и делать разные разрисовки. Дальше идет полноценный глаз. Его можно прям уже увидеть. Глаз, он тоже можно сделать для человека или для собаки. Или можно скачать с интернета. Есть звездочка. Звездочка можно использовать как и для неба ночного, конечно же, и как же для разных знаков или знаков, да. А дальше идет
текстура 13. Это такая как бы микросхема. Можно использовать как и для компьютеров, или вид сверху дома. Дальше идет как море, эффект моря. Можно использовать, ну, для моря и для остальных океанов, рек и всего остального. Дальше идет вот такая вот как будто спираль. Да. Спираль. Она используется тоже для, чтобы украшивать и все остальное. Дальше идет текстура 16. Она серая, похожа на помехи. Как, ну, для одежды можно, чтобы сделать текстуру одежды. Ну, всякой одежды или для других видов. Это почти то же самое, только уже похоже как будто на гниющее что-то. Например, можно для гниющего человека или какого-то фантастичного монстра. Ну, вы поняли. Дальше идет почти то же самое, что и первое. Они почти ничем не отличаются, тоже можно использовать для одежды. 19-е. Это тоже как была вот в клеточку, которая была. Вот. Только здесь уже находятся буквы. Вот. Это можно использовать для тоже для одежды или для дизайна чего-нибудь. Дальше идет как будто горы и небо вверху. Можно использовать для разукраски домов или одежды. Дальше идет текстура земли или одежды, или шкуры. Ну, они отличаются, не, почти ничем не отличаются, просто только оттенком. Я не буду показывать 22, потому что они очень похожи вместе. Дальше идет 23. 23 текстура. Это текстура конфет. Ее тоже можно использовать для разукраски. И для всего остального. Дальше идет 24. Это материки. Америка и все материки, все шесть. Можно делать как разрисовку глобуса и тоже одежды, текстуру. Дальше идет трава, текстура травы. Тоже можно использовать как траву, текстура травы тоже. Дальше идет серая, текстура такая как асфальт. Это можно использовать для асфальта, для дорог и для домов. Дальше идет 27-я. Она дерево больше. Ну, можно делать столы деревянные и там разные поделки с дерева. Дальше идет текстура 28, как мрамор, белая. И можно делать домы и разные постройки, стены и, конечно же, крышу. Дальше идет сам знак корпорации, психологик. Это можно делать, чтобы то, что вы хотите, там, например, прислать психологик или... Ну, это просто так по фану. Здесь можно... В чем угодно, можно для футболок сделать. И так же самое есть от ZBrush'а. Сама иконка ZBrush'а. Она тоже
похоже на, ну, не похоже на психологию, но тоже одинаковое по свойству. Тоже можно поставить на какую-то футболку или на различные объекты. Дальше идет такая три... шестиугольника на ткани. Это можно тоже использовать для разрисовки домов или одежды. Идет дальше черный. Просто тоже клеточка, только она уже в черную. Ну, не клеточка, а, можно сказать, чешуя. Ее можно тоже использовать для одежды и для домов. Идет дальше белые помехи. Можно сделать для телевизора текстуру с помехами. Или же для телефона с помехи. Там дальше идет вот такой серый, как будто тоже помехи, только похож на дым. Их здесь тоже три штуки. Долго будет показывать, они одинаковые. Идет дальше разбитость, когда разбивается, и цвета смещаются и становятся такими разноцветными. И можно использовать для телефонов, которые разбиваются, или для телевизора, или для компьютера. Дальше идет текстура 38. Это такова, как просто две балки. Она будет не отображаться. Не знаю, по каким причинам. Но ее можно использовать для как деревянные балки и все остальное. Дальше идет текстура 39. Это тоже такие балки, только уже белого цвета. Стальные. Дальше идет разноцветные. Здесь их очень много. Разноцветный цвет можно сделать для футболок, для всего, короче, разноцветного. Ну, они все одинаковые, я просто вам покажу, как они выглядят все. А сами уже смотрите их значение для вас. И последнее, 44-е, это кирпичи. Можно использовать для домов или тоже для раскраски одежды. Дальше я вам расскажу про нижнюю панельку. Здесь есть импорт, экспорт и клон, мейк-альфа, филайер, CD, кропанфил, грэбдок и грэбдок and dev. Очень много. Первое, импорт. Для этого нам нужно сайт psychologi.com ZBrush Download Center текстуры. Здесь берете, выбираете одну из этих всех там Just Edit, Bark, Brick, Card Pads. Здесь их очень много. Выбираете любую, например, диск какой-нибудь. Нажимаете «Сохранить картинку как». Куда хотите ее устанавливаете. Я ее устанавливаю на рабочий стол. Потом заходите в ZBrush. Заходите в текстуры, импорт, заходите на рабочий стол, ищите эту текстуру. Вот. Открываете ее. Она будет находиться у вас здесь. И, как вы видите, можно разрисовать дисками, это для машин и всего прочего. Экспорт — это то же самое, только ты уже отдаешь. Вот карпет, например, ты тоже на рабочий стол. Типы файла. То же самое, но... Понятно, да. Клон — это вы выбираете любую текстуру, нажимаете на клон, и она клонируется два раза. Make Alpha это делает вот это вот, она отображает альфу, это я вам расскажу в следующем туториале, что это альфа. Дальше идет Fill Layer, это заполнить весь слой, он заполняет слой полностью. Есть также, дальше идет crop and fill.
И что она делает? Она делает почти то же самое, только она уже отдаляет. Ну, как скажем? Типа отдаляет. Показывает саму ту текстуру. Дальше идет Grab Dog. Вот это, Grab Dog. Она берет и делает, вот вы, например, что-то вы сделали, вот она полностью черная, нажимаете Grab Dog, и вы сделали еще одну текстуру своими руками, например, вот. Дальше есть Grab Dog and Dev. Это то же самое, только она немножко по-другому работает. Почти так же самое, только она еще захватывает все. Все, я надеюсь, что вам помог этот туториал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.